Магадане наградили победителей фотоконкурса «Мобильный маршрут». Творческое состязание проводилось с 10 по 23 августа в четырех номинациях: «Город Магадан», «Живописный край Колымский», «Люди Колымы» и «Живая природа вокруг нас». В нем могли принять участие все, кто снимает на камеру мобильного телефона и имеет в архиве фотографии, которые отражают красоты Колымского края, опубликовав свои фотоработы в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта РГО. В комментарии необходимо было указать номинацию и краткое описание места. Мы надеемся, что такой интерес, проявленный уже не только жителями Магадана и Магаданской области, поможет людям узнать о том прекрасном городе, о тех местах, которые здесь есть, об истории. Ну и, как мы понимаем, что это может набирать популярность даже сейчас на примере и не только в нашем регионе, чтобы люди поехали, увидев, что здесь у нас хорошо и интересно. Жюри конкурса проделало немалую работу, так как из-за большого числа фотокарточек в каждой номинации предстояло выбрать только одну. По итогам конкурса были определены 4 победителя. Примечательно, что одним из них стал житель Калининграда, который некогда посетил Магадан и восхитился красотами Колымы. Давай, давай.